В ночь субботы на воскресенье столичная администрация предлагает чебоксарцам покрутить педали. На 8 августа запланирован ночной велопробег. Прокатиться по ночному городу чебоксарские велолюбители собирались в прошлом году. Тогда не повезло с погодой. В этот раз в прогнозе на 8 августа дождя пока не значится. Велопробег стартует с площади Республики в 20:00. Маршрут пройдет по центральным улицам города через сквер Сеспеля, Русский драмтеатр, Художественный музей. И завершится также на площади Республики. По маршруту пробега запланированы мини-остановки в знаковых местах города. Там участников будут ждать известные чебоксарцы, которые выступят экскурсоводами. 10 велосипедистов, которые приедут к финишу первыми, получат подарки. Участникам пробега рекомендуется подсветить своих железных коней и взять фонарики.